Мексика не собирается признавать легальность биткоина. Как сообщает El Economista, на днях в мексиканском парламенте будет рассматриваться законопроект, посвященный регулированию деятельности организаций, занимающихся покупкой и продажей криптовалют. В законопроекте говорится о том, что пользоваться криптовалютой можно только в электронном виде, и она ни в коем случае не может считаться эквивалентом официальной валюты страны. Стоит отметить, что несмотря на то, что Центральный банк Мексики не признает криптовалюту так же, как и государство, он осознает значение блокчейн-технологий. Однако, если банк признает криптовалюту и более того начнет ее выпускать, у потребителей отпадет потребность в посреднике, в самом банке.